Будущее за медиацией. Такое мнение высказал председатель Белорусской республиканской коллегии адвокатов Виктор Чайчиц. По его словам, в нашей стране почти 500 человек получили свидетельство специалистов по досудебному разрешению конфликтов. В Беларуси существует 3 центра по подготовке медиаторов. Пройти обучение могут желающие не только с юридическим, но и с другим высшим образованием. И адвокаты, и другие медиаторы считают, что все-таки будущее за медиацией. Потому что медиация, она помогает сохранить между людьми добрые отношения даже тогда, когда они спорят. Медиатор помогает гражданам, если есть какой-то конфликт, найти приемлемое для обеих сторон решение. Тем временем в Минске стартовал второй международный студенческий конкурс по медиации. В состязании принимают участие 22 команды из Беларуси, России и Кыргызстана. Для участников организованы различные мастер-классы. Обозревательные соревнования проходят в форме деловой игры для развития в Беларуси внесудебного разрешения споров.